всем огромный привет, братва. Это третий сезон квестов, часть вторая. Квесты с напитками я выполнил, короче, не на запись. Завершаем его и берем нашу скромную награду. Так, следующий квест за Дикого. Надо посетить две точки на второй карте, вынести люта на 50к. Посмотрим, успеем ли сегодня сыграть за Дикого. За Дикого попутно можно закончить и этот квест. Здесь надо вынести 10к и не убивать ботов при этом. Ну и напоследок квесты, которые выполняются вместе за раз. Нужно в деревне на второй карте оставить йод, 3 пороха и будет минус 2 квеста. Братва, половине ролика мне в подмогу пришел Марксман. Ссылку на его канал я оставлю в описании. Он тоже делает контент по арене, если что, так что переходите, подписывайтесь. На меня тоже подписывайтесь, пожалуйста. Ну короче, жми лайк и мы начинаем, бро. Ну чё, погнали? Нам сюда, короче говоря, в деревню. Так, забрала, надо закрыть. Шлем-то хороший, но ни черта в нем не слышно. Звуки прям сильно глушеные. Так, непонятно, в кого он стреляет, этот наш братан. Ну то без поосторожней. Мы же не хотим слить все. Сразу же. Так, еще надо полутаться, по моей возможности. Надо 20-ку вынести, чтобы еще один квест сделать. Первого продавца. Так, это батяра. Так, ну тут пацаны идут в красную зону. Пусть идут. Так, что-то стамина очень долго восстанавливается. Так, это очень плохое место. Давай, 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 давай. Здесь еще не нужен ключ, по-моему, нет. Сейчас отдышимся. Так, в кого-то стреляет наш тиммейт. Гасится скай. Минус 3, бомжа. Так, ну пацаны, попробуй жетоны мои. Остальное можете взять себе. Так, я аптечки возьму. Thank you.
Так, ну вот три бомжа, это не серьезно. Это же не фолки. Еще и с узишками. Не думаю, что они полутались. Ну, сука, а? Ладно. Сменим магазин. Там ЧВК, короче, бегал. Сука, ты все испортил. Так, оставляем йод, по-моему, если не ошибаюсь. Ну где? Не здесь, да? Блять. По-моему, в прошлом сезоне я тоже ошибся. И в позапрошлом тоже. Что это? Так, пацан у нас здесь ушел. Так, оставляем второй. Так, это мои тиммейты, по-моему. Так, остался один. Сука, я правильно зашел. Так, да. Так, это свой. Ёбаный в рот. Опа. Наконец-то. Все, пацаны. Цель мы сделали, короче говоря. Можно и повоевать. Так, кто-то уже улетел. На вертолете. Так, а можно его увидеть? Ага. Ну что, пойдем в красную зону, может что-нибудь надыбаем вкусненького. Бля, я не туда пошел, да? Так, где выход у нас? Понял, понял. Еще здесь есть квесты. Я что-то про них забыл вообще. Но это оставим потом. Надо просто посетить там. Ну что, пойдем сюда тогда. Мне что-то показалось, что мои тиммейты пошли, короче, в красную зону, но что-то нет. Да, а чё у тебя, братан? СК... О, СКСК с прицелом. СКСК я возьму. СКСК потом продам или нет, возможно, посмотрим, как пойдет. Аптеку я возьму.
Блять. Да чё ты там? Какие настырные, а? Так, наш товарищ здесь уже проходил. Так, соизмитим по горячим следам, может даже наткнемся. Найс. Красавчик вообще. Я прикрою. Но это не тот чувак, этот вроде без каски был. Какой живучий. А я тут посмотрю, ладно. Это его трофей, так что не будем мешать человеку, пусть лутается. О, поиски. Да уж. Ну тут разгрузку можно, в принципе, взять. Ну, ладно, черт с ним, пойдемте по квестам. Но это точно не наш клиент, который убегал тогда из деревни. Это 100%. Или может он, не знаю. Ну, по-моему, у него была мосинка. Возможно, это он. Так, уже, наверное, челоботы подъехали. Ой! Здравствуйте. Так, надо вынести двадцатку, короче, хотя бы. Не думай, что здесь есть, что здесь будет двадцатка. Так, еще здесь посмотрим, ребят. И не будем задерживаться, пойдем сразу к выходу. Сука, а? Да я не нажимал, ты чё? Ящик с розой, сука. В прошлый сезон заебался их искать, короче. Ну, раньше надо было подниматься новичку там оставлять СКС. Опа. Ну, я думаю, двадцатку я набрал, точно. Так, ну да, остался один, но это уже в следующий раз. Мы еще здесь будем делать квесты, так что... Так, это свои. О, кстати, это хорошая вещь была там. Это, по-моему, было цевьё на АКМ, на АК-74 еще. Патрон я возьму. Почему бы и нет? Коктейльчик тоже возьму. Он же денег стоит, по-моему.
Еще ладно, здесь посмотрю. О, чувачок проголодался. Очень вовремя. Мне кажется, есть напиток. А. Короче, погнали отсюда. В общем, как-то так. Вышли наконец-то. 23, нормально. Завалили троих дурачков. Так, заканчиваем квесты. Берем наши награды, короче говоря, минус 3 квеста сразу же. Так, я взял, короче, квест от медички, который надо медицинским устраивать на ферме на вышках двух. И угадайте что, я благополучно их забыл взять с собой на катку. Ничего, на второй не забыл уже. Так, ладно, сейчас пойдем на ферму, сделаем квесты. Сука, я забыл взять, короче, аптечки. Надо, по дороге найдем. Я думаю. Пошли. Ну что, пойдем? Так, у меня телефон уже нагрелся сильно. Короче, когда записываю, игра начинает фризить вот так. А когда не записываю, все очень даже четко. Короче, надо покупать новый телефон. Но пока бабосов нету. Будем играть с тем, что есть. Ой, блядь. Так, у Анатолия, короче, навороченный СКС. Так, что это, ВДшка возьмем. Есть хороший ключ здесь. Так, на 1050, сука. Бахнем по дорожке. Короче, ваше здоровье, пацаны. За выполнение квестов, так сказать. Погнали. Ох, этот стул, ой-ой-ой. Опачки. У нас тут гостички. Мразь. Короче, один лопатист пошел к чертям. Надо, короче, что за ключик? Говно ключик. Сейф не успел. Хотя, наши тиммейты уже все там обчистили, наверняка. Еще я заметил, знаете, что, короче, игра, игра, Pring, короче, 360, новая игра ощущается, как я играл с VPN. Тоже неплохо, кстати говоря. А раньше, короче, надо было... Спасибо. Ой, только не ноги. Так, надо найти ту хуйню, если не найду, вообще-то будет фиаской. Такс. О. Не то, что я хотел, но
вообще огонь. Можно потом продать. Тоже неплохо. Короче, можно только на аптечках навариться так нормально. Упс, извиняюсь. Все, пошли. Что за... Да, что-то перехвалили, а пинг. Короче. Кто не ебутся? Короче, они ругаются. Что-то жирненькие какие-то боты. Уже что-то интересное у них есть хотя бы. Этого точно АКМ, я заметил. Или 74-ка. Не, не то вообще. Опачки, что-то хорошее может быть? Или это УЗИ? А, уже... Неплохо. Ой, не то показал. Так, короче, вторая попытка. Бля, это свита, что ли? Откуда они пришли вообще, не понял? Нет, бро, это не свита, короче говоря, это были просто жирные боты. Чтобы видео не получилось слишком длинным, ребята, я предлагаю уже заканчивать на этом ролике. Там особенного ничего не было, короче, я пошел по вишкам и все. Спасибо Анатолию за карточку, напомню, ссылка в описании. Так что на этом все, ребята. Всем здоровья и добра, пока-пока.